Ты, ты, ты Пукин? От именно от Пукин? Сама... Ну я чмо, которое не умеет знакомиться с девушкой. Такой собака, ее барон звали, она разговаривала Может, ты мне, как познакомиться с девушкой? У тебя должен быть опыт. Ты говорил, у тебя было около 10 отношений. Я такого не говорил. Больше некого попросить. Надежда на тебя, точка, желательно подробнее. Ща, погоди, мне там донат, я отрублю, я отвечу на донат. Отруби себе ебал. Бля, закрой балл, я на донат отвечаю, не мешай. Как заебало одиночество, но я чмо, которое не умеет знакомиться с девушкой. М значит, оно у тебя не заебало. И друзей у меня нету. Ты, ты жалуешься, блядь, на это? Может, ты хоть посоветуешь мне как познакомиться с девушкой? Как угодно. Э -э, ну, проще всего в интернете. Есть миллион разных сайтов знакомств, чатов, чего угодно, как угодно. Если ты не супер, не супер урод, если ты хоть как-то способен выглядеть, я не знаю. Ну, если у тебя нету отталкивающей внешности, то как угодно. У тебя должен быть опыт, ты говоришь, у тебя было около 10 отношений. Я такого не говорил никогда, это пиздешь. Я никогда не говорю, что у меня было около 10 отношений. Я вообще ни разу не говорю в жизни ни про какие отношения. Сейчас бы рассказывать ну, своим зрителям чем-то подобным больше никого попросить надежда на тебя желательно подробно спасибо что подробно я тебе уже сказал если ты не супер урод и в интернете супер легко найти говорю множество сайтов знакомств чатов опять же которые используют для знакомств нахуй ты разжевываешь один донат может он написал подробно объясни он меня не слышал короче слышишь с кем ты разговариваешь Короче, последний ответ еще. Если у тебя все-таки отталкивающая внешность, у тебя куча комплексов, то я не знаю, что тебе посоветовать, кроме как ну, заниматься физкультурой. Потому что другого света уже точно быть не может. Если ты там весишь, не знаю, килограмм 55, то... Я хз. Только заниматься физкультурой, потом будешь искать отношения которых тебе так не хватает. ну блин, это все. Я в, это, я в эту всю хуйню не верю. То, что вот эти вот челики рассказывают, это заебало одиночество, но при этом, при этом он не может ни с кем познакомиться. Значит, тебя ничего не заебало. Тебя, скорее всего, заебала твоя ничтожность. Вот, вот, вот. ну, прямо сказал. Я не думаю, что прям взаимосвязано уже как-то со всем остальным. Ну, моби в данном плане взаимосвязано, но я ж не могу так по интернету определить. Просто ну слушать жалобы на то, как в 2018 году невозможно познакомиться. Техас за меня будет, а? Бля, почему, почему разговаривать? Слушай, жаба 2018 как невозможно. А только на Техасе, я только антихас я я уранки не видел. Сука. Короче, вот что я тебе скажу. Даже Сема смог. Даже Сема. То есть, если ты не, можешь, то это вообще пиздец. Мне кажется, что проблема таких челиков, как этот донатер, в том, что у них нет бабок. Ну, в принципе, можешь жать. Я знаю, что Сергей хорошая. Делайте деньги, ебать в рот этих баб. Будет до будете и и шлюхом кончать в рот каждый день по три раза. А, вот и вся прелесть жизни. А, Блин, а по тридцать. По, по ну, тридцать три. Вот пруф. Ссылка удалена. Тебе сложно помочь работяге советом? Видимо, чтобы попросить величайшего Че там, о чем-то. Надо кидать 10 крафла на долларке. В смысле, я же тебе ответил, какой совет ты хочешь от меня? Я же тебе ответил. Это же не 2000 там какой-то пятый год, не 1998, я хз. В чем проблема, когда есть интернет? Ты можешь себе найти идеальный вариант, который тебе подходит, как бы ты ни выглядел. Ну, если прям не совсем все супер плохо. Как ты хочешь, чтобы тебе помог? Я не могу понять. Мне тебе дать гайд, какие буквы писать, отправлять с клавиатуры как, что ты хочешь от меня? Тебе уже сказал, используют какие-то там сайты знакомств. Что еще? Сайты знакомств или чаты для знакомств? Что тебе удобнее? Что еще могу подсказать здесь? Ты пишешь, давайте, но я чмо, который не умеет знакомиться с девушками. Это бездец. Если ты сам себя чмом считаешь, как ты думаешь, что о тебе думают девушки? Если ты сам себя чмом считаешь, сам себя... Чел, с такой самооценкой тебе мало что поможет. Начни с нуля лучше. Перестань хотя бы считать себя чмом. Если есть за что, то исправь. То есть есть же какая-то причина, почему ты себя считаешь чмом. Хотя бы ее для начала исправь, потом, ну, может лучше будет. Просто реально больше нету других советов. По-моему, тебе и так достаточно долго отвечал. Если ты мне здесь какая-то, ничего не изменит. Я всем всегда отвечаю одинаково, независимо от суммы доната. Повторюсь, я тебе не поверил. Вот эта вот фраза, как же заебало одиночество. Тех, кого заебало одиночество, те люди, эээ, ну, не одни.